Праздничный Кернай призывает всех гостей на праздник, так как в Шымкенте отмечают День культуры узбекской национальности. Гостей встречают, как говорится, хлебом и солью. Ну и как тут обойтись без танцев? Откусив хлеба, перед гостями появляется хан Тимур, который рассказывает о нравах своего народа, говорит о храбрости и гостеприимии узбеков. Персонаж из сказки уверенно демонстрирует боевые навыки, как выяснилось потом, для того, чтобы знали, какой народ боевой. В окружении женщин проходит бещик той. По традиции на лоб ребенка наносят красную точку от дурного глаза. И дальше все вместе поют колыбельную. А здесь танцует красавица Гули. Гули – это возлюбленная поэта Алишера Наваи, который был сам влюблен в свою избранницу. Его признание в любви своей девушке. Поэтому у них вообще слова сегодня, речь идет о его стихах. Он свои стихи как бы произносит своей девушке. Он писал для нее, для своей Гули. И костюм именно посвящается Алишеру Наваи. Ну а какой же узбекский праздник без национальных блюд? Хатламана называется. Тоже национальное блюдо. У нас тоже готовят его на праздники, на праздничные столы. Вот сейчас идет процедура. Девушка наливает чай, она его перелила обратно в чайник. И так три раза, да? А почему? Спасибо. Чай необычный. А что за чай? Что за чай? Это фруктовый чай. Фруктовый, да. В Южно-Казахстанской области проживает самая большая по численности узбекская диаспора в Казахстане. 400 тысяч человек. На вопрос, как живется представителям узбекского этноса в Казахстане, и старый млад отвечает уверенно. Отлично! Как вы думаете, дружба между народами есть? Да, конечно, у нас особенно наш Казахстан очень дружно живет. Казахстан. Казахи и узбеки – это братские нации. Я здесь живу с самого рождения. Можно сказать, что я казахстанец. Ни одного гостя узбеки не оставили без внимания. Нашей съемочной группе тоже удалось отведать и традиционный плов, лагман, нарын и, конечно, испить зеленого душистого чая. Шудин Саидов, Талгат Абдинабиев, Дильшат Адашев. Информационная служба телекомпании «Утрар».